Воров в законе Надариму Младзе, Надар Рыжий. Небольшой грузинский городок Хашури стал местом рождения семерых известных воров в законе. Все они родились в разное время, но практически все в дальнейшем уехали из города, чтобы осваивать новые для себя территории на бескрайних просторах СССР. Лишь одному из них, Надариму Младзе, было суждено остаться в Хашури, и со временем починить весь местный криминальный мир представители которого чтили воровские законы. Надар Рыжий Надариму родился 15 ноября 1953 года в Кашури, который стал его постоянным местом проживания. Исключения составляли лишь многочисленные этапы по лагерям и колониям. Именно с отбыванием заключения Мумладзе приходилось перемещаться по территории СССР. Но после каждой отсидки он вновь и возвращался в родные пенаты. Свой первый срок Надари получил за кражу в 1974 году. Преступление было совершено в родном городе, и местный суд приговорил 21 летнего парня к шести месяцам колонии общего режима. Впрочем, заключение не повлияло на его жизнь, и, вернувшись на свободу, Мумладзи не стал примерять на себя образ добропорядочного гражданина, а поехал в город Боржоми, где вновь попался на кражу оказав при аресте сопротивление работникам милиции. Тогда Фемида была уже не так благосклонна к рецидивисту, и на Дари Мумладзе отправился отбывать трехгодичный срок в знаменитый Владимирский Централ. В то время в Централе находилось много воров в законе. Мумладзе получил от них прозвище Надар Рыжий, и был назначен в тюрьме на положение творов, то есть стал человеком, Который мог решать вопросы заключенных от имени воров в законе. Положенец из него вышел уверенный. Надари мог сразу вникнуть в суть проблем и быстро вынести свое решение по ней. Как правило, все соглашались с его аргументами, и недовольных среди осужденных не было. Коронация воровской подход к надару рыжему был совершен, как и полагалось, в тюремных застеньках получив в 1980 году очередные полтора года заключения, и прибыв в колонию города Ксане, он оказался здесь в компании таких воров, как Джимал Хачидзе, Джимал Сурамский, Михаил Ахавитов, Чокна, и Захарий Калашов, Шакры Молодой. Они то и выступили крестными отцами для Мумладзе, Коронавав его практически в первый месяц после прибытия в зону. Следующий этап был для Надары Рыжего не за горами, сразу же по освобождению. Он вновь был пойман на преступлении и осужден на два года колонии строгого режима. Свой срок он отбывал вначале в том же Ксане, а затем в Овчале, где вместе с другими находящимися здесь авторитетами пропагандировал воровской ход. В то время практически все зоны контролировались ворами, которые имели влияние вероятно большее, чем администрация тюрем. В перерывах между заключениями, Надари успевал поддерживать криминалитет в родном городе. Его всегда после очередного отбытия наказания, встречали коллеги по криминальному ремеслу и устраивали хороший прием. Все таки Надар Рыжий был их лидером, являясь смотрящим за Хашурей. 1985 год принес в жизнь вора новый срок в два с половиной года. В 1988 году новое заключение на два года. Надар Рыжий действительно доказал постоянными отсытками, что был коронован не зря в качестве законного вора, для которого тюрьма – родной дом перестройка перестроечные времена, когда великая страна распалась на множество других стран, были встречены криминальным сообществом на ура. Началась эпоха легального бизнеса для коммерсантов и криминального бизнеса для авторитетных уголовников. Так и Надари смог приспособиться к новой для себя эпохе которая вместе с богатствами стала приносить и обилие смертей криминальных авторитетов в среде которых начался настоящий криминальный передел. Надар Рыжий начал осваивать рэкет, первое занятие бандитов того времени. Поставив под свой контроль торговцев Хашури, он решил, что сможет потянуть и более серьезное направление – торговлю оружием. Связи у него для этого имелись, но Надари не учел, что таким образом влез на территорию действительно матерых хищников, для которых не было никаких ценностей кроме денег. Воровские законы после перестройки уже не соблюдались, и схватить пулю мог любой из авторитетов, независимо от его заслуг перед криминальным миром. 8 декабря 1993 года на Дару Рыжему была забита бандитская стрелка людьми одного из его оппонентов по торговле оружием. Вор в законе приехал на нее не прихватив даже пистолета, так как действительно чтил воровские законы, и не мог появиться на таком мероприятии с оружием. Встреча должна была состояться в офисе партии Нина Бурджанадзе в горе, Восточная Грузия. Но Надари даже не успел зайти в здание, как был расстрелян из автомата Калашникова. Похоронили воры в родном городе. Надари Мумладзе остался последним законником из Хашури который даже в непростые для воров времена продолжал отстаивать воровские традиции. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.